Госадмтехнадзор работает в тесном контакте с Госстройнадзором. Вот и в акции «Осень на стройке» принимают участие и те, и другие. Мероприятие плановое. В ходе него инспекторы проверяют чистоту и порядок на строительных объектах. Чтобы строительная площадка была огорожена, чтобы имела при выезде со строительной площадки пункт мойки или очистки колес, чтобы не было постороннего доступа сюда. Это касается и детей, и просто каких-то случайных людей, которые могут попасть на стройку, а строительная площадка – это зона повышенного риска. Госадмтехнадзор, в свою очередь, принимает участие в акции, таким образом реагируя на жалобы жителей. К примеру, здесь, в микрорайоне Мортонград Боброва, часть домов уже заселена. И именно от новоселов и поступают претензии. Сквозные все проезды, все выезды со строек, это все обслуживать должно строительная компания. И вся прилегающая к территории, вот к этим, ко всем ограждениям, к зеленым ограждениям, это все в ответственности по закону Московской области о благоустройстве и содержании объектов на территории Московской области, и строительных включая. Это все включает в обязанности строительной компании, которая за это отвечает. Пейзаж вокруг забора стройки, куда приехали мы, чистотой не отличался. Разного рода бытовые отходы, строительный мусор украшали здешние виды. И территория стройки, куда, кстати, не пустили нашу съемочную группу, представляла невеселую картинку. И за беспорядок придется ответить строительной организации. В ходе этой проверки будет выписано, естественно, будут выписаны административные документы, составленные с предписаниями содержать, с предписаниями убрать, в случае неуборки или что-то невыполнения предписаний будут назначены административные штрафы. В каком количестве, это уже определит суд. Ну а инспекторы сюда наведаются по истечении того срока, который дается на устранение непорядка. Татьяна Брылова, Татьяна Борисова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.